На прошлой лекции мы с вами рассмотрели активно минеральные добавки вулканического происхождения. Сегодня мы с вами рассмотрим пемзу, золо, унос. Пемза – это камневидные породы, характеризующиеся пористым губчатым строением. Представляют собой светло окрашенное, чрезвычайно высокопористое, пузырчатое, пенистое природное вулканическое стекло. Образуется в результате столь быстрого затвердевания реолитовой, даже реже дацитовой или трихитовой лавы, что минералы не успевают выкристаллизоваться из расплава. Резко выраженное пузырчатое сложение породы обусловлено выделением пузырьков растворенных паров и газов из магмы во время ее затвердевания. В результате порода приобретает высокую пористость и низкую объемную плотность 1,5–0,6 до 1,3 и 1,4. Обычно куски пемзы плавают в воде. Кислые реолитовые пемзы имеют такое же высокое содержание кремнезема и низкое железа и магния, как и сами реолиты. Дацитовые пемзы имеют состав дацита, трихитовые – трахита. Пемза может залегать в виде обособленных пластообразных тел, некогда бывших лавовыми потоками, но чаще слагает поверхностную зону потоков кислых лав. Ее добывают, дробят и используют в тех же целях, что и вулканический пепел, который она весьма напоминает по своим свойствам, то есть как гидравлическую добавку к портландцементу. Золо-унос. Золо-ТЭС образуется при сжигании пылевидных углей из их минеральной части, которая содержит глинистые вещества, кварц и карбонатные породы. Частицы золы осаждаются в электрофильтрах и удаляются сухим.
Золо у нас или золо сухого удаления, или мокрым способом золо гидроудаления. Золо у нас имеет более высокие свойства и широко используется в технологии цемента и бетона. Золоуносы, теплоэлектростанции, физические, химические, а иногда гранулометрические, во многом сходны с поцелановыми добавками вулканического происхождения и могут быть названы своего рода искусственными минеральными добавками. Практика добавления золоуноса к цементу в процессе его производства насчитывает более 20 лет. На тепловых электростанциях, работающих на измельченном каменном угле, ежегодно усиливаются миллионы тонн продуктов сгорания, предоставляющих собой тонкий порошок, так называемые золоуносы. Улавливание золы необходимо для предотвращения загрязнения атмосферы. Цементы с золоуносом, особенно целесообразны, используют в бетонных изделиях, подвергаемых пропариванию. Мы с вами рассмотрели пемзу, золо, унос. На следующей лекции мы с вами рассмотрим цементы с минеральными добавками.